Экс-премьера Италии Сильвию Берлускони могут посадить еще на 6 лет. Такого приговора потребовал прокурор на процессе по так называемому делу Руби. Сторона обвинения в миланском суде также потребовала пожизненно запретить Берлускони занимать государственные посты. Бывшего премьера обвиняют в интимных связях с несовершеннолетней танцовщицей из Марокко Каримой Аль-Маргу по прозвищу Руби. Следствие также подозревает экс-премьера в превышении полномочий, считая, что он воспользовался своим служебным положением, чтобы вызволить Руби из-под стражи. Все обвинения в свой адрес по этому делу политик и медиамагнат категорически отвергает, что подтверждает и сама девушка, заявившая, что не вступала в сексуальную связь с премьером. На прошлой неделе итальянский апелляционный суд подтвердил вердикт нижестоящей инстанции о виновности Берлускони по другому делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему компании «Медиасет».